анонс и точно до выхода 734-й серии сериала «Доверенные». 734-я серия сериала выйдет в эфир 15 августа. Ранее в сериале мы увидели, как Пайрас полностью погружается в свою ревность к Нане. Он старается выпустить эти эмоции через бокс. Пайрас решает, что если простые тренировки не помогают, то он снова будет драться на ринге. Когда ему звонят, он спрашивает, вселили ли еще то предложение по поводу боя, ведь он согласен драться. Нана готовит для него еду. Когда девушка собирается ее отдать, Пайрас говорит, что ему это не нужно, и он наелся тем, что покупал в магазине. Нана очень расстраивается из-за этого, но ничего не говорит. Она ждет Пайраса до поздней ночи и переживает, что он так сильно задерживается. Нана находит сломанный брелок. Грубые слова Пайраса в этот момент только сильнее ранят ей сердце. Нана обиженно уходит. 734-я серия сериала выйдет в эфир 15 августа. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.